сделали тут дорожку. Сегодня второй день, иду я гуляю. Да, всем привет, с вами канал Армания. Еду сейчас в космопорт. Иду на остановку. Немножко другой дорогой, чтобы прям доехать до космопорта. Я увидела вот этот дом. С вами зимой смотреть. Тут, кстати, между домами очень ветрено всегда. Да, у нас сегодня плюс 12. И сутки. А тут ничего не сделано. После дождя, кстати, тут всегда грязь. Если что-то делать не хотят. Почки уже, почки набухают. У нас во дворе субботник был с утра, пока я дрыхла. Поставила будильник на 12 и проспала до 12. Что-то спала плохо. Легла вроде рано. Пятерочка. Здесь вот тоже наши родные места. Мы здесь до этого жили, до той квартиры. Прожили мы тут года 3-4, что ли. А нет, 5 лет мы здесь прожили. Да, 5 лет. Здесь, по-моему, зимой мы с вами были. Жарко на улице. Хорошо, что кофту не одела. Стоял, по-моему, больше 10 лет, лет 20 стоял. Его застройщик бежал с деньгами. Я на сайте находила, читала про него. У нас как принято, дом только собирается строить, деньги сразу все вкладывают, все люди. Также люди продали свои квартиры, положили деньги. Он с деньгами сбежал. Люди остались без квартир на долгие-долгие 20 лет. Может, побольше даже, сейчас не помню. Сейчас вот кто-то достроил перед Олимпиадой у нас в Самаре. И стало хорошо. Не знаю, кто там на первом этаже будет. Наверное, магазины какие-нибудь должны быть. Может, видите, нет вот этих на первом этаже больших окон, как сейчас строят. Значит, он был построен очень давно. Здесь тоже маленький садик такой, сад. Подхожу к своей остановке. Там мы уже с вами были. Смотреть нечего. Спасибо. Хорошего настроения всем желаем в этот прекрасный солнечный день.
вот мои покупки. Была я во многих магазинах. Немножко не видно. Сель. Ладно, покажу их потом. На ужин у меня такая курочка со специями, с майонезом. Сок купила себе добрый. Так, водичку. Это витамины я пью. Ложечки. Смотрите, как классно смотрится. Вот. А, также молоко купила. И здесь у меня кисель. Что-то, не знаю, захотела кисель. Долго думала. Ну, женщина начала брать вот такой кисель. Несколько пачек. Я подумала, на один стакан у меня будет как раз достаточно. Потому что, в принципе, я его не очень люблю. А вот чуть-чуть попить, может быть, да, можно. Там вот веревочка. Еще там одну штучку, не знаю, может быть, на нее обзор отдельно сделаю. Ну, там по мелочи. Ванильный сахар. Там еще что-то. Короче, как-то так. Потушила я сегодня овощи. А сейчас буду перекладывать все это в контейнер. Они уже остыли. Вот. Яблоки, свеколка, морковка. Здесь у меня вот такая вот морковка сегодня. Вот она довольно получается мягкая. И Диме кушать удобно очень. Сегодня без мяса, к сожалению, торопилась. Забрала вот от бабушки Диму. Торопилась скорее приготовить ужин, потому что сама не успела, сегодня гуляла по магазинам, шопингом занималась. А, кстати, отдельным роликом выйдет, что я купила. Вот я его уже засняла, смонтировать только осталось. Очень удобный, кстати, вот этот контейнер из фикс прайса. Очень удобно, на самом деле. Ой, тяжелый. Надо держать. Морковка очень красиво выглядит. Я ее так нашинковала. Кстати, как я тушу овощи, есть на канале, в папке кулинария, вернее, плейлисте. Можете посмотреть, как я сделала так морковку. Там все это есть. Дима у нас яичко кушает. Я записывала сейчас обзор на яйцеварку, или как она там, штучка, которая... Яйца, не помню, как она называется, не варит она, а показывает. Ой, мимо. Ой. Все взял. Подожди. Мама в камеру смотрела, когда тебе яйцо в рот клала. Поэтому мимо пролетела. Кораблик сзади тебя классно смотрится. Вот. Дима тут еще отодрал, конечно же, обои. Ребят, я уже заложила подушками. Думала, подушки придержат, и он не достанет. Нет, он достал вот тут. А вот внизу он достал. Я тут как раз вот заклеивала, немножко видно. Жуй давай. Жуй. Ты глотаешь, небось, да? Ну, что-то тут получается такое страшное. Можно, конечно, разглядеть, что это. А, давайте так, напишите в комментариях, что вы видите на данный момент. Вот, допустим, вот без этого. Вот так вот. Кто что видит. Ну, где-то это будет вот так вот. Я подожду немножко. Пишите. Ну, тут вот тоже.
И с этой стороны немножко, но с этой стороны не особо. И даже тут на картине он уже здесь отрывал. Чего ты? Ты маленький бесстыдник. Да? Ты хулиган. Ты хулиган. Да? Правильно, опусти глаза. Ты хулиган. Да. Купила я сегодня вот такие вот ложечки, вилочки. Это один набор, каждый по одной штучке. Купила их фамилии за... За 439 рублей. Там была что-то скидка. И у меня получилось 417. Короче, за 400 рублей. Вот. Что-то тут написано. Набор. А, ну вот что там входит туда. Осталось там, кстати, два набора таких. И у меня прямо перед носом один забрали. Я уже это держала в руках. Думаю, надо брать. Вот так они выглядят. Смотрите, вау, такие красивые. Камера видна. Единственное, знаете, мне не понравилось вот тут вот эти вот пятнышки. Но, к сожалению, на другой пачке тоже было такое пятнышко. Вот оно и здесь тоже. Видимо, это в принципе у всех такое. Я еще долго ходила, сомневалась, брать, не брать. Ну, потом подумала, ладно, я так давно хотела, пока есть возможность. Пока я вышла на улицу. Дима сейчас у бабушки, завтра я поеду еще гулять. Вот с этой стороны у всех желтенькие. Вот сейчас я ими буду кушать. Я даже, кстати, знаете, довольна своей покупкой. Мне они понравились очень. И моются хорошо, тут нет никаких рисунков. Очень удобно. В принципе, даже можно было бы... Хорошо бы весь набор сменить, потому что у меня уже очень старые ложки. Вилки, они уже давнишние. Много-много лет им уже. Вот, и было бы хорошо, конечно. Ну, как раз где-то за 417 рублей, даже за 420 рублей. Это только один, а если их там 4 штуки, то есть еще 3... Ну, это там где-то 1200, где-то уйдет на оставшиеся. Не знаю, много, не знаю, много это. Нет. Наверное, это больше, конечно, подойдет для, когда гости к вам приходят, и вот можно гостей удивить. Типа скажут, вау, Наташа, какие у тебя ложечки. Вот. Такие они, кстати, легенькие довольно. Надеюсь, что это не пластмасса. Вот об этом я не думала, когда покупала. Да ну нет, наверное. Не думаю, что это пластмасса. Ну ладно.